Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Здравствуйте, давайте познакомимся. Расскажите, как вас зовут и какую компанию вы представляете. Здравствуйте, меня зовут Иван. Я представляю сервис «Мой склад». Это облачный сервис для учета, для торговли. И мы помогаем интернет-магазинам, рознице, малому и среднему бизнесу, тем, кто занимается оптом, с учетом товара, а с недавних пор и с онлайн-кассами, и маркировкой. С какой целью вы сегодня приехали на Ecom Expo 19? Ну, я думаю, что цель для всех одинаковая – найти новых клиентов и пообщаться со старыми. Ритейл стремительно развивается, а e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, какие пути решения сегодня наиболее актуальны для игроков бизнеса? Мы для своих клиентов предлагаем в первую очередь связку офлайн-бизнеса и онлайн-бизнеса. И вот наиболее понятный тренд, который сейчас позволяет выиграть и обогнать конкурентов, это такая вот связка, когда клиент не чувствует разницы, где он в офлайне, в онлайне, и он может начать покупку в одном месте, например, в онлайне, и закончить в офлайне, и наоборот. Это удобно. Российские онлайн-магазины ведут соперничество с китайскими. Как вы считаете, какие решения и, возможно, технологии помогут нашим вырваться вперед? Я думаю, что технологии будут примерно у всех одинаковые, и ставку надо делать на качество товара, да, и на знание своей аудитории. Потому что аудитория сейчас, ну, как и всегда, да, она имеет возможность большого выбора. И сама технология, которая находится за витриной интернет-магазина, да, она не играет роли при выборе товара. А вот общение с вашими менеджерами, в которые можно вкладывать деньги, да, в знание товара, в понимание каких-то преимуществ именно в покупке у вас, даже, может быть, того же самого товара, да, но вот именно у вас, это сервис, гарантия или какое-то обслуживание, оно вот позволит вырваться вперед. Иван, как вы считаете, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед игроками интернет-коммерции? Перед интернет-коммерцией в первую очередь это снижение стоимости привлечения клиента. Да? И вот наш сервис в том числе помогает понимать, сколько денег вы тратите на привлечение клиента и сколько потом приносит вам этот клиент. Вполне возможно, что если вы посчитаете у себя в вашем бизнесе, то привлечение некоторых клиентов станет невыгодным. Да? А освободившиеся деньги можно направить на какие-то другие процессы, на их улучшение. Спасибо огромное. Пожалуйста. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.